Друзья, здравствуйте. У меня сегодня очень специальный гость и очень особенная и сложная тема. Надеюсь, что вам будет эта тема очень интересна. Будем говорить, сколько продлится война, надолго ли осталось социально-демографических, экономических, военно-технических ресурсов в России и Украине для ведения войны. И сегодня со мной тот человек, которого вы просто выпрашивали в комментариях перед предыдущим видео, тот человек, с которым я очень хотел говорить, потому что этот человек действительно профессионал с большой буквы, человек-аргумент, чьевые мысли и смысл, директор Международного института политической философии Виктор Савинов. Виктор сегодня нам расскажет результаты научного исследования, в рамках которого Международный институт политической философии проанализировал состояние 12 ключевых факторов ресурсов, необходимых для продолжения боевых действий в Украине. И речь идет именно о тех факторах, которые и определяют продолжительность, формат и ожесточенность боевых действий и способность воюющих сторон достигать своей цели. Попытаемся сделать прогнозы, попытаемся поговорить разновекторно, с разных сторон посмотреть на войну в Украине, помочь где-то сориентироваться нашим элитам, нашему бизнесу, что может быть дальше и как ситуация будет развиваться. Ну и в целом поговорить так, чтобы было понятно и так, чтобы было действительно взвешено и сбалансировано. Виктор, что за исследование? Вообще, почему вы начали делать это исследование? То есть, есть ли какая-то методология международная или примеры такого типа исследований по другим войнам? Ты знаешь, Руслан, я думаю, что с учетом того, что большое количество людей, которые нас смотрят, могут находиться в зоне боевых действий, а там достаточно серьезная проблема с подкачкой интернета, я хочу сразу ответить на ключевой вопрос, сколько может продолжаться война. В той группировке, которая сейчас имеет российская армия на территории Украины и рядом с территорией Украины, без учета 5-й армии, которая двигается из Дальневосточного военного округа к Украине, то есть имеется в виду 12 армейских управлений России плюс 2 корпуса ЛДНР, соответственно, эта группировка рассчитана, ее ресурс рассчитан на 150 дней войны. То есть, если сегодня у нас очень, кстати, знаковый 42-й день войны, я потом объясню, почему он очень знаковый, то, соответственно, еще 108 дней без пополнения ресурса данная группировка может и вести боевые действия в том же цикле, в котором она вела их первые 42 дня. То есть активная фаза, которая постепенно уменьшается, становится менее активной в два раза примерно. Активность уменьшается. И таких циклов за 150 дней эта группировка может осуществить 4, то есть один она уже осуществила, то есть 3 раза мы можем еще ожидать за этот период, то есть за, получается, 3,5 месяца резкое обострение на фронте, и, в принципе, россиянам не надо пополнять эту группировку для того, чтобы вести такую войну. Ежели обострения на фронте не будет, и, соответственно, ресурс будет тратиться медленно, то, соответственно, данная группировка без значительных влияний капитала может продолжать бои до 300 дней, то есть почти год. Но мы берем как основное и важное, то есть украинская сторона не даст России вести неинтенсивные боевые действия в любом случае. Поэтому, когда мы говорим об окончании войны, этот вопрос задают люди, то есть со всего мира. Со всего мира. Итог исследования – 150-й день войны Россия начнет испытывать некоторые затруднения с ресурсом тех подразделений, тех войск, еще раз напомню, это 12 армейских управлений плюс 2 корпуса ЛДНР.
А вот российская армия начнет испытывать проблемы с тем, что ресурс, экономический ресурс этого, этих подразделений вымотается. То есть что в первую очередь исчерпается? Что сегодня наиболее быстро исчерпаемый ресурс, который и определяет снижение активности боевых действий со стороны российской группировки, и как быстро она может потенциально эти ресурсы восстанавливать? Ну, я, во-первых, хочу сказать, что ты знаешь, почему я в черном сегодня. Ты знаешь, убили мою собаку в Буче. Я не совсем понимаю цель этого убийства. Но это, как говорится, тот джин, жуткий джин войны, который выпущен из бутылки. И, к сожалению, нам, как минимум, еще довольно приличный период времени придется жить с ощущением этого джина. Я хотел бы рассказать, в принципе, как возникла методология. Вернее, она не возникла, она была усовершенствована. Дело в том, что еще в 18 веке метод определения потерь и возможности действий противника исходили из каких расчетов. То есть, если мы вели артиллерийский огонь по противнику, а противник после этого ушел, то при таком-то определенном количестве залпов у него должно быть такое-то количество убитых, такое-то количество раненых. Также, если огонь велся, допустим, по артиллерийским позициям противника, такое-то количество пушек вышло из строя. То есть, таким образом, в старые времена определяли потери в боестолкновениях, которые не оставили следов на поле боя. То есть кто-то отошел, забрав с собой все поврежденные орудия и раненых, и убитых солдат. Генштабы всего мира пользовались этой методикой, но достаточно простой. В начале войны мы как бы находились немножко в отрезанном состоянии, но где-то через пару недель Международный институт политической философии заработал. И известный украинский бизнесмен Константин Григоришин, мы его сейчас знаем как бизнесмена, а в молодые годы он работал в институте Ландау, он кандидат физико-математических наук, он взялся составить некую формулу. Тогда она казалась простой, сейчас она сверхсложная, я хочу сказать. Так, тут будет достаточно сложно. Как определять затраты, потери и возможность как восполнения ресурса, так и затраты ресурса? Это формула Григоришина-Савинова. Я бы даже сказал формулы. Потому что изначально хотелось все как-то унифицировать. А потом получилось, что расчет все-таки потерь – это одна формула. Расчет, скажем так, что такое война с точки зрения философии? С точки зрения философии война – это уничтожение капитала. То есть формула уничтожения капитала – другая. Формула восполнения потерь – третья. Формула ресурса для различных технологических аспектов войны – четвертая, то есть несколько формул. И, кроме того, есть еще формулы, связанные с нанесением ущерба стране, на территории которой ведется война, и стране, на территории которой война не ведется. Тоже разные формулы. Поэтому у нас на сегодняшний день получилось уже... Вот передо мной лежит, я не буду сейчас наклонять камеру, передо мной лежит целая кипа расчетов, но мы отметим для себя самые интересные, и главное, что в чем сила данного метода, что один расчет подтверждает другой. То есть мы называем цифру, только если, по формуле расчета ВВП, мы выходим на некий военный ресурс, который может задействовать государство в войне, и если этот военный ресурс соответствует тем силам, которые действительно задействованы. Ну вот возьмем, например, значит, опять-таки, ключевым показателем является военная активность России, ну, поскольку Россия на 42-й, как мы уже говорили, очень важный день войны. Если я забуду, Руслан, напомни мне, почему 42-й. Интрига у меня значимая и заметная, почему 42-й. Да.
Ну вот мы, например, понимаем, допустим, такую вещь, что Россия имеет общий военный ресурс, равный сумме в 1,1 триллионов долларов. Что сюда входит? Чего он состоит? Входит? Ну вот, например, 150 миллиардов, 13% российского бюджета, это ядерные носители без платформ. Что имеется в виду? Вот, допустим, корабль боевой, он является платформой. Его стоимость в эти 150 миллиардов не входит. То есть из вышеназванной суммы мы сразу вычитаем затраты России в 150 миллиардов, что является 13% их бюджета, на оружие, которое не применяется в войне, которое, ну, все это слово выучили, я его вечно не могу произнести, конвенциональной войне, от слова конвенция. То есть имеется в виду войны, которые ведутся согласно международным военным конвенциям, Гаагской, Женевской, и которые не... подразумевают использование ядерного, химического, бактериологического и тому подобное. То есть это обычные вооружения, скажем так. Хотя разве можно говорить о обычных вооружениях? За 21 век суммарный ВВП России составил 28,4 триллиона, соответственно, мы имеем что? Мы имеем 3,7% уходило на улучшение и пополнение российской армии. Однако в силу определенных обстоятельств, в том числе связанных с Украиной, улучшение и пополнение российской армии было непропорционально в различных видах вооружений. Тем не менее, Россия при планировании, я не знаю, кстати, как назовут эту войну. Ну, то, что они назовут специальная военная операция, это уж точно. Я имею в виду Украина российская или русско-украинская. Ну, давай возьмем возьмем название русско-украинское. Да? Ну, пока, инициатива изначально она была российская, скажем так. То есть Россия провела вторжение. То есть, иногда, когда в русско-турецких войнах инициатива принадлежала Турции, все равно война называлась русско-турецкая. Поэтому давай сегодня мы условно эту войну, это, как говорится, надо достигнуть консенсуса, как она будет называться в итоге. Но мы ее условно будем называть русско-украинской. Или когда-то, может быть, ее назовут Донбасской. Второй Донбасс. Может быть. Да. С учетом того, что мы понимаем, что российская группировка рассчитана на достаточную автономность действия на протяжении 150 дней, из которых прошло 42, то есть еще 108 дней полной автономности группировки, что какие, причем мы можем прогнозировать, то есть ресурс дает возможность российской армии осуществить 3 или украинской, тут же неважно, 3 всплеска интенсивности боевых действий. То есть, во всяком случае, можно прогнозировать при тех затратах, которые на сегодняшний день и имеются в России, что российская группировка будет действовать достаточно автономно, вот это вот магическое число в 150 дней. Вопрос заключается в следующем. Откуда взята эта цифра? С учетом затрат России и возможностей за 21 век, накопления военных возможностей, Россия для кампании в Украине может выделить спокойно на первый цикл, вот этот вот 150-дневный, 200 миллиардов долларов, эквивалент 200 миллиардов долларов, что позволяет им безболезненно вести боевые действия за один день стоимостью от 300 до 800 миллионов.
Виктор, то есть это же ресурсы, это не чистые деньги, потому что там у России чистых денег осталось около 300 миллиардов долларов. Это оценка ресурсов, которые она может потратить, да? Вопрос следующий. Я обращаю твое внимание, что мы отсчитываем эту сумму. Это очень важно, кстати, в схеме. Mm-hmm. Она всегда там старые вооружения. Mm-hmm. Мы отсчитываем в этой сумме использование ресурса не нового и восстанавливаемого, то есть нового мертвого капитала. Под мертвым капиталом, что такое мертвый капитал? Это вооружение. То есть это мы вкладываем деньги в изготовление орудия уничтожения и орудия убийства. Единственное, что оно может делать, это вложенные средства, уничтожать дальше капитал. Это единственная его функция. Будь то военный, инфраструктурный, человеческий, не важно. Соответственно, мы понимаем, что Россия может вести кампанию стоимостью от 300 до 800 миллионов суток. При этом для проведения данной кампании Россия не может тратить более 50%, вот то, что ты отметил как раз, более 50% ресурса современного. Другими словами, ну если взять, допустим, ну я тебе объясню сейчас. Допустим, Россия использует, ну вот я возьму по каким-то вооружениям, возьму просто процент старого капитала к проценту нового, то есть старого вооружения, кто вооружает. Если, допустим, по самолетам, мы имеем, по вертолетам, допустим, мы имеем 539 штук вертолетов, при том, что Россия последние годы при экспорте 50 вертолетов могла производить 125 вертолетов, то есть практически за последние 5 лет восстановить весь вертолетный парк, то, соответственно, мы не можем четко сказать процент старого вооружения. Но мы можем сказать по наземным войскам процент вооружения. Так, например, по зенитной артиллерии Россия может использовать, вот у нее 71 дивизион С-400, это новое. А вот, но тут надо понимать, вот, чтобы те суммы не казались безумными. Допустим, у России есть 1500 С-300, стоимость которых 250 миллионов без расходных материалов. Например, по системам РСЗО Россия использует 75% старого мертвого капитала. То есть потери даже не входят в сумму вот этих 100 миллиардов затрат на войну. То есть это утилизируемый товар. Ну, не, ну, в данном случае не товар, в данном случае. Утилизируемый ресурс. То есть для наших, например, зрителей, я просто объясню, речь идет о старых системах, например, град артиллерийских. Или о старых вооружениях, которые... Даже смерч. При этом мы понимаем, что, например, град, система... все фактически пушечное вооружение, оно все это старые системы, которые достались России по большому счету в наследство еще от другого государства или были произведены давно очень. Правильно я понимаю? Да, то есть они не входят в затраты на эту кампанию. Но при этом мы понимаем, что один залп РСЗО, такого как град, это вот в воздух улетает 100 тысяч долларов. Вот этот вот залп, это 100 тысяч долларов. Да, это не оценка, это реальная стоимость. Вы это оценивали по ценам на мировых рынках вооружейных, да? Ну, да, мы оценивали по ценам, убрав прибавочную стоимость. То есть мы оценивали исключительно себестоимость товара, исключая из стоимости компании и ресурсных возможностей России наличие старого вооружения, ну, такого, например, как... Пример, вот танки возьмем. Значит, Россия имеет 3000 танков современных. Это модернизированные Т-72, Т-80 и Т-90. При этом мы понимаем, что стоимость, допустим, танка Т-90 приблизительная в районе 6 миллионов долларов. То есть уничтожение одного танка Т-90 – это сразу исключение из ресурса
компании 6 миллионов долларов. При этом Россия имеет 3 тысячи танков современных, имеет 10 тысяч танков, доставшихся ей по наследству от России. При этом мы понимаем, что почти по всем характеристикам вооружения Россия имеет, вот, к примеру, 13 тысяч танков. Мы не можем рассматривать эту сумму по причине того, что хранение вооружения дает, особенно это ярко выражается в авиациях, но даже в танках это составляет 30% потерь на хранение. То есть из этих 10 тысяч танков, которые мы не включаем в сумму, схему расчета ресурсных возможностей России в этой войне, мы тем не менее даже должны вычесть 30% от этих 10 тысяч. Ну, мы все видели эти фотографии, видео этих кладбищ танков, которые якобы стоят на хранении, но явно уже никуда больше, кроме талома, не уедут. Большинство из этих машин, и Украина, кстати, была в таком положении в 2014 году, когда номинально у нас было много танков, а реально мы могли использовать на Донбассе только малую толику из них. То же самое у России сейчас. Да, да. Хотя да. Мы видим, когда мы... Вот я смотрю расчет по танкам. Мы среди уничтоженных танков видим танки Т-64 с российскими опознавательными знаками. То есть со складов эти танки извлечены, они не входят в состав тех 3000 танков, которые были изготовлены в России за последние годы. При этом мы считаем, что средняя стоимость нового танка в России, изготовление нового танка в России, составляет около 3,5 миллионов долларов. Но таких танков Россия может потолочно производить до 400 в год. Соответственно, дальше ты уже начинаешь понимать схему ресурсов. Да, да, да. Если Россия потеряет 400 новых танков в ходе одной военной кампании, ей нужен минимум год для восстановления этого же боевого потенциала. Или качество кампании будет стремительно ухудшаться из-за необходимости запуска, принятия на вооружение более старых моделей, более низкого качества моделей. Что, кроме того, приводит к снижению капитализации ресурса данной кампании. Да, да. А как это оказывается на качестве боевых действий, это мы тоже знаем. И опять-таки, когда мы с тобой говорили, мы говорили о 12 пунктах исследования. Угу. Я назову эти 12 пунктов исследования. Это сравнение, то есть некоторые пункты исследования нужны для того, чтобы изначально понимать стоимость и возможности воспроизводства тех или иных систем. Для Украины не воспроизводство, а получение тех или иных систем. Первым, поэтому я перечисляю просто основные пункты. Это сравнение ВВП, сравнение военных бюджетов, затраты на войну общие, затраты на войну в сутки при различной интенсивности. Дальше, авиация, схема расчета потерь и стоимости авиации, ракеты, РСЗО отдельно, зенитная артиллерия, зенитные ракетные установки, вертолеты, танки, стоимость театра военных действий и продолжительность войны. То есть какую инфраструктуру можно уничтожить данными силами на данной территории. И ключевой последний пункт – это основные фонды войны. И восстановительная стоимость войны. А человеческий капитал давай назовем... где? Что-что? А человеческий капитал где? Ну, воевать нужны люди. В том-то и дело, что расчет людей, к сожалению, угу. Я же напоминаю, я сижу в черном. Вот убили мою собаку. Мы можем понять, почему убили мою собаку. Нет, мы не можем понять. Но у нас есть формула расчета потерь в людях. Примерно расчет потерь в современной войне при определенной интенсивности колеблется от 3 до 4 человек на 10 миллионов ресурсов потраченных. То есть мы можем рассчитывать потери любой страны совершенно безошибочно, если мы берем, сколько страна
участница конфликта. Вернее, тут даже речь не о стране, потому что в конфликт может подключиться другие участники. Когда сторона конфликта, если мы оцениваем ее потери в сутки, ну, даже проще, давай на сутках приведем. Да. Так, что у нас по суткам? По суткам у нас потери в сутки. Потери в сутки у нас составляют в активной фазе, вот первые дни, когда Россия запускала, в первый день войны Россия запустила 160 крылатых и баллистических ракет средней стоимостью 3 миллиона долларов каждая. Соответственно, в этот момент, когда идет такой, тут вот возвращаемся, да, в старые времена, когда идет бешеная атака средствами поражения, естественно, идет более мощное боестолкновение. И в авиационной сфере в эти дни российская группировка должна была по плану уничтожить украинскую авиацию, украинские ПВО и максимально, используя эффект неожиданности, максимально продвинуться на территории Украины. В эти дни Россия тратила первые 3-5 дней войны, тратила порядка, ну, я даже сейчас скажу, Россия в эти дни тратила 800 миллионов в день. Долларов. То есть расход. Тут вопрос, при этом надо понимать, еще одни особенности. О, если формулу несколько упрощать. Я, чтобы не вдаваться, потому что это достаточно сложно. Две трети потерь капитала – это ракеты, самолеты, если они сбиты. Расчет, допустим, вот у нас есть формула расчета действия авиации для различных типов самолетов, которые усредненно является один потерянный самолет на 50 вылетов. Но при этом в самолете 1-2 человека. Поэтому формула авиации не подходит для расчета наземных потерь. Для наземных потерь, еще раз, формула примерно 3 человека на 10 миллионов затрат. Соответственно, то есть очень редко бывают такие дни, когда затраты не соответствуют потерям. Были такие дни в ходе этой операции, но в основном интенсивность боевых действий, мы видим, как она падает. Фронт сокращается. 29-я армия, ну, в основном так и не вошла на территорию Украины и концентрировалась в районе Бреста, поэтому мы ее можем даже не брать. 35-я, 36-я армия российские отступили от Киева с вот, Бучанска, Ирпенского, Ворзельского направления и двинулись в Гомельскую область. 41-я армия уходила с левого берега через восточную часть Киевской области и Черниговскую область. Ну и Поволжская, вторая танковая армия, уходила от Киева в направлении Сум. Вот четыре армии ушли. Соответственно, площадь соприкосновения, напомню, вся российская группировка включает в себя 12 армейских управлений пока, она может быть увеличена, и два корпуса ЛДНР, которые по численности суммарно тоже. Соответственно, хотя и армии не равна великие в России. И вот тут мы выходим на такое вот примерно понимание, что потери в технике равны 1/3 от потери в боеприпасах. То есть, если мы имеем потерю 800, вот 800 миллионов, в этих 800 миллионах 1/3 – это потери техники, а 2/3 – это потери боеприпасов. То есть, ракет, снарядов, залпов РЗСО и других расходных, жуткие слова говорю, расходных материалов войны. Ну, у нас дискуссия научная, поэтому я думаю, наши зрители нам немножечко простят эту часть. Да, что мы используем слишком мягкие термины, когда происходят военные действия. Да, хочется говорить совсем другими словами, но мы попытаемся все-таки сохранить рассудок и говорить по сути, говорить математикой и физикой иногда.
Да, но мы даже больше говорим военной историей, потому что все-таки вот тут, вот когда мы закончили все расчеты, в некоторых моментах, вот в некоторых моментах, особенно начальный период войны, совершенно было непонятно, как российская армия не смогла прорвать те или иные участки обороны украинской армии. Судя по затратам, 800 миллионов в сутки тратить. Но украинской армии удалось устоять. И тогда возник следующий вопрос, что все-таки военное, оно искусство. То есть существуют факторы, которые все-таки никто не отменял стойкость солдата, умение, то есть одно дело профессиональный танкист, другое дело непрофессиональный танкист. Одно дело профессиональный летчик, другое дело непрофессиональный летчик. Россия пыталась осуществить блицкриг. Но блицкриг как раз подразумевает под собой тот фактор военного искусства, когда противник либо не оказывает сопротивления, либо совершает критическую ошибку, либо ресурс оказывается столь избыточным, что противник фактически смерт. В тот момент... Виктор, фактически всегда блицкриг предусматривает более низкую квалификацию противника. Военную квалификацию. Прежде всего, я бы говорил о стойкости солдата. Потому что когда в один день российские, в основном авиация, стреляли? Калибрами, Х-55-ми, Искандерами, очень мало точками У. Ну вот, допустим, да, от цифры. Калибр. Эскандер стоит порядка 3-3,5 миллионов долларов. Одна ракета. Вот теперь представьте себе. Россия за 40 дней войны, у нас нет данных со вчера, выпустила 1600 ракет. Из них 10% в первый день войны. То есть это же был кромешный ад. Кстати, на сегодняшний день, вот по ракетам, могу сразу сказать, потери, вы помните, Россия без ротации может потратить 100 миллиардов на эту группировку. Потому что затраты капитала, то есть ресурсы группировки, не могут быть потрачены больше, чем на 50%. Это как военный корабль. Когда он выходит в море, отстреляли 50% боезапаса, будь добр в базу. Вот исходя из этих соображений, мы должны понимать, что Россия, когда израсходует 100 миллиардов, ну прежде всего в качестве выстреленного, вылетевшего и так далее и тому подобное, ей придется проводить ротацию, то есть в том числе и замену тех же самолетов, пополнение ракетами, то есть там отдельный вопрос, есть они или нет, вот как раз с ракетами у России наибольшая напряженка с ультрасовременными ракетами, именно вот «Калибра», «Искандера». Вот я смотрю потери, перерасчет затрат России на использование крылатых и баллистических ракет. Суммарно это у нас 3,4 миллиарда затрат. То есть Россия только на запуск ракет потратила за 40 дней войны 3,4 миллиарда, что составляет, как мы понимаем, 3,4% всех затрат ресурса боевой группировки. Сколько в целом, Виктор, Россия уже потратила, условно говоря, капитала на вот этих 42 дня войны с Украиной? Ты знаешь, я даже тебе разобью по частям более четко. Значит, мы имеем, соответственно, Россия, то есть даже в процентах, легко можно сказать. Россия потеряла 14,5 ресурса своей группировки. Из них по вооружению она потеряла 8,4 миллиарда. И по потерям, то есть тут имеется в виду потери, которые мы помним, что на 10 миллионов 3 человека. 6,1 миллиарда. Соответственно, исходя из этой суммы, чтобы никого не пугать,
никого не обижать. Я, вы сами можете пересчитать количество людей, которые, к сожалению, мы с ними больше не сможем встретиться, хотя в основном в данном случае вы же пересчитываете представителей, украинская сторона пересчитывает своих врагов, а российская сторона, уж извините, пересчитывает своих сыновей. Более того, я могу тебе сказать, что по танкам Россия потеряла 1,6 миллиарда, что является четким показателем потерь 3 человека на 10 миллионов. 800 миллионов – это бронемашины потери. 300 миллионов – это автомобили. По самолетам потери только в классах новых самолетов, а именно – Су-25 не советской постройки, а построены уже в России. Су-30, Су-34, Су-35, ну, один использовавшийся Су-31 мы считать не будем, и два полка МиГ-29, находящихся в резерве, мы не можем утверждать, что они несли потери в определенный... Они имеют потери, но в определенного периода времени их перестали использовать. Соответственно, Россия по авиации теряет 45 миллионов в день, что дает 1,8 миллиарда за прошедшие дни. Я понимаю, что многие скажут, это огромные деньги. Нет, на самом деле это вполне расчетные потери. То есть если переводить в проценты, за 40 дней войны Россия потеряла 14% своей группировки, но не в людском ресурсе, не в технике, а именно весь ресурс, в том числе расходный материал. А именно потери составили порядка 6%, что для такой интенсивности войны является нормой. То есть ожидаемым... 6% это... Я не... закончу, не знаю, что самолетов Россия израсходовала ресурса на 1,8 миллиарда, но в связи с тем, что Россия в концепции своей войны использовала прежде всего в начальный период, ты помнишь, и мы об этом перед началом войны говорили, Россия зациклена на проведении десантных операций. Мы помним высадку в Гостомеле, мы помним высадку в Херсоне и так далее и тому подобное, что привело к избыточному, вот здесь избыточному потере в вертолетах, которые составляют 1,6 миллиарда. То есть суммарно все потери по технике составляют 6% группировки. Плюс 8% расходные материалы, то есть то, что улетело и не вернулось. Угу. Я напомню, что, допустим, по РСЗО Россия тратит 50 миллионов в день. То есть стреляя из градов, которые составляют там подавляющую часть ее группировки, и смерчи и тому подобное, ураганы и так далее. Соответственно, в начальный период войны Россия тратила 800 миллионов в сутки, а постепенно она... И вот тут начинается переход к военному делу. Россия сократила фронт, то есть количество, площадь боестолкновений увеличилась, и Россия уменьшила в связи с перебросками интенсивность боевых действий. То есть если раньше Россия в максимуме тратила 800 миллионов в день, используя практически всю группировку на территории от Киева через Чернигов, Сумы, Харьков, Донецк, Луганск, Донецк, юг Запорожской области и Херсонская область, то на сегодняшний день, после окончания 42-дневной фазы, Россия тратит в последние дни 220 миллионов в день. То, что, соответственно, мы понимаем и уменьшает количество потерь и количество расходных материалов. Но также, естественно, и уменьшает какие-либо достижения там, пространственные или уничтожение инфраструктуры. Ну и украинские издержки тоже. Да, естественно. То есть все в пропорции 1:3, естественно. В среднем, 3, затем... То есть на каждых 3 российских доллара ложится один наш, да? Где-то приблизительно. Да. Да.
Какой ресурс, Виктор, какая иерархия исчерпания ресурсов выстраивается, исходя из вашего исследования? Что закончится раньше, что закончится позже всего? Ну, Россия резко, можно сказать, Россия резко сокращает три позиции. Российская, генерал Суровикин, командующий российской группировкой, сам, кстати, хотя мы его... Ты, кстати, помнишь этого человека. В 91 году во время ГКЧП один капитан отдал приказ давить людей бронетранспортерами. Это был вот капитан Суровикин, который теперь генерал армии, формально он занимает должность командующего ВКС России. Он показал себя очень жестким командующим, когда он был командующим Восточным военным округом. Кстати, вот у нас же смотрим, у нас 29-я, 36-я, 35-я, 41-я армии. Это все Восточный военный округ. То есть это люди, которые с этим генералом имеют опыт там, достаточно длительного взаимодействия. Раньше этих людей вы готовили воевать там, с Китаем и с США, да, когда-то потенциально? Да, все эти армии находились на территории от Уссурийского края до Казахстана. То есть по границам Китая и Монголии. И вот их аж сюда перевели. И более того, помнишь, я в начале передачи сказал, что Россия еще последнюю из армий Восточного военного округа, пятую, которая в Уссурийский штаб у нее, самая дальняя там, они ее перебрасывают в качестве дополнительной резервной. И обрати внимание, все войска, выведенные из Киевской области, Черниговской и Сумской, кроме второй танковой армии, штаб, который находится в Самаре, все остальные войска – это вот войска как раз, ну, по-советскому, это Дальневосточный военный округ, а по современному распределению военных округов в России – это Восточный военный округ. Так вот. Исчерпание ресурсов. Клещ, нет, второй сейчас для начала к личности командующего. Когда он командовал Восточным округом, у него… Произошел такой инцидент, у него один из офицеров застрелился прямо после совещания, у него в кабинете. У него в кабинете. Знаете, жесткость командующего. Ну, а, конечно, для того, чтобы оценивать методику и действия российской стороны, надо понимать, что ныне командующий ВКС, военно-космическими силами России, в общем-то, сделал себе звание Героя России, он имеет это звание, за войну в Сирии. Соответственно, методы, затраты. Я не случайно останавливался на личности командующего. Мы накладывали затраты российской армии в Сирии, интенсивность операции, дихотомию операции, накладывали на текущую операцию. Именно поэтому мы говорим, что вот затраты, что самое интересное, в Украине, конечно, они как больше, ну, понятно, затраты, сам капитал, используемый в войне, ресурс, используемый в войне в Украине, несоизмеримо больше, чем в войне в Сирии, но и потери по всем позициям в среднем увеличились на 2%. Кроме потерь в авиации. Здесь потери стали еще больше. То есть, скажем, если Россия в среднем всегда рассчитывала вести боевые действия при потере примерно 3% группировки задействованной, то в Украине она пока имеет больше 6% потерь группировки. А расчет потерь в расходном материале, ну, в боеприпасе у России всегда где-то держался в районе 7%, ну, от силы 7,5%. Через 108 дней сколько будет? Какую цифру? Очень просто считать, как это возникло 108 дней. Мы можем это просто вернуть обратно. То есть простой схеме. 8,4 миллиарда потрачено на снаряды, пушки, танки, перья. 6,5 оставлено чего-либо на поле боя или выведено из строя, или утратило моторесурс. Плюс человеческие потери. Суммарно мы получаем 14,5
миллиардов за 40 дней. Угу. Если мы будем продолжать так еще 4 раза, угу, то мы получаем 28 плюс 14, это сколько? 32,5 плюс 14, вот тебе и 50 миллиардов потрачено. Вот тебе и 50% ресурса, то есть возвращаемся. Ну, у нас как-то становится, получается, лирические образы. Корабль должен вернуться в базу для пополнения ресурса. А вот с пополнением ресурса, ну, скажем так, я для того, чтобы не перегружать уже наших зрителей цифрами, да, скажу, что в среднем Россия может по основному номиналу вооружений, критическому, восполнять примерно 200-300 видов вооружений. То есть 200-300 калибров, 200-300 эскандеров, 200-300 самолетов. Год. А именно вот эти составные группировки являются, естественно, ключевыми. Потому что если у России нет калибров, нет эскандеров, нет самолетов, то, собственно говоря, условно 100 тысяч украинских военных против 100 тысяч российских военных, это, наверное, даже бой с неким преимуществом украинских военных. Могу объяснить, почему. Во-первых, явно отмечается очень высокая мотивация украинской армии. Неожиданно для всех очень классное командование, очень высококлассная штабная работа, чего вообще никто не ожидал. Вот все были уверены, что штабную работу Украина почему-то проводит. Ничего не произошло. Очень четкая штабная работа. Работа вот в этой схеме мышления. И, соответственно, Украина ставила перед собой, то есть первая фаза войны с избыточными затратами была связана с тем, что Россия, которая, кстати, не ставила перед собой вот безотлагательное, вот ошибка заключается у многих в том, что Россия ставила перед собой четкую задачу осуществить именно блицкриг. Да, она ставила перед собой задачу осуществить блицкриг ровно до того момента, когда перестала тратить 800 миллионов сутки. В тот момент, а это произошло там на 5-6 сутки войны, средний, почему я все время, я просил тебя напомнить про 42. Дело в том, что термин блицкриг, в общем-то, изобрел Шлиф. Знаменитый немецкий, прусский, потом немецкий начальник генерального штаба. И в его оценке блицкриги бывают трех видов. Первый блицкриг – это блицкриг длиной один день. То есть одна из участниц конфликта просто не готова вести боевые действия. Это даже войной называется. Это скорее аннексия. Рассчитывала ли Россия на аннексию? Ну, с учетом того, что Россия явно не ожидала того, что, как будут развиваться боевые действия, может быть, даже и рассчитывала на аннексию. Может. Но просто я понимаю одно, что у российского руководства, политического, прежде всего, руководства, явно недостоверные данные по украинской, мягко скажем, недостоверные данные. Это я очень мягко говорю, недостоверные данные по украинской социологии. Поэтому аннексия была просто невозможна по политическим причинам, даже не по экономическим и не по военным. Второй вид блицкрига – это трехнедельный блицкриг. Вот классический пример – это Польша, хотя вы скажете, стоп, но Польша же 28 дней сопротивлялась. Да, Польша все формально сопротивлялась 28 дней. Но фактически операция была закончена как раз за 21 день. После того, как… За 15 дней уже стало понятно, что все. То есть две недели… Когда отмотали пленку назад, все поняли, что после Ченстаховского танкового прорыва, который произошел на второй день, стратегическая ситуация польской армии была безнадежна. А вот в украинской кампании на второй день ничего такого, как прорыв, Ченстаховский танковый прорыв, ничего подобного нет. То есть, почему же говорят о штабной работе? Украина даже после того, что она утратила инициативу по той причине, что просто на нее обрушилось, опять-таки напомню, 800 миллионов, то есть
украинская армия не рассчитана на такое давление. 800 миллионов в денежном эквиваленте. Мы понимаем. В денежном эквиваленте. Она довольно квалифицированно откатилась, создав построения, которые при этом являются мобильными, а не фронтальными. Вот на что еще рассчитывала Россия, что, имея подавляющее преимущество в авиации, в ракетах, в запусках, платформах для запуска ракет, Россия сможет уничтожать просто, ну, скажем так, с помощью увеличения расходных материалов, ну, то есть выдавая вернусь к цифрам, чтобы не ошибиться и не вводить. Она рассчитывала просто взламывать эту оборону, укатывая ее. Даже более того, скорее даже стирать с лица земли. То есть вкатывать в землю. Да, то есть увеличить расходную часть 8,4 и вкатывать в землю, просто закатывать войска противника. Но что произошло? Украина приняла мобильную форму построения. И, соответственно, почему Россия еще была вынуждена, ну, причины снижения затрат России, это прежде всего уменьшение самолета вылета, резкое уменьшение использования дорогих ракет, да и недорогих тоже. И самое главное, что мы понимаем одну такую вещь, что Россия уменьшила, допустим, использование даже традиционной артиллерии в 4 раза. То есть мы понимаем, что когда огромное количество ресурсов, напоминаю, российское командование рассчитывало на затраты в 7,5% по боезапасу. Сразу в первые дни она вылетела на 12%. А именно за счет снижения в 4 раза по некоторым видам вооружения, а то российская армия все равно превышает тот лимит, который ей отводился изначально, но который был рассчитан на длительность операции. Поэтому та оперативная пауза, которая возникла, она вполне ожидаема. Ну и вернемся к блицкригам. Последний вид блицкрига – это именно блицкриг Шлиффена, 42 дня. Более длинных блицкригов не бывает. Это уже не блицкриг. Это уже блицкриг, просто блицкриг в 42 дня считается самым долгим, самым тяжелым в исполнении. И когда соперник, ну, таким блицкригом, например, является разгром Франции в 1940 году. Но опять-таки, даже при том, что Россия тратит несоизмеримо больше средств, чем Германия тратила на французскую кампанию, России, по большому счету, в этом цикле затрат 100 миллиардов, надо как минимум вести вот эту вот, вводится некое уже стенокардическое такое действие, когда Россия будет брать оперативные паузы, как она берет их сейчас, ну, бои под Херсоном и Мариуполем, это же не стратегические, это тактические операции. Причем бои под Херсоном Россия ведет оборонительные бои, а бои в Мариуполе, ну, это бои на окружение, то есть тоже, кстати, затратные с точки зрения именно человеческого ресурса, поскольку бои идут в городе, и мало того, что гибнет огромное количество мирных жителей, это... Что бы нам ни рассказывали о том, что войну можно вести, и мирные жители будут не страдать, но это такая особая форма абсурда. Бои в городе приводят к увеличению как раз вот первой составной, то есть составной потерь, прямых потерь. То есть вот этих 6,1%. То есть России приходится брать оперативную паузу, она не работает уже методом блицкрига, она сократила... Ну, я еще раз повторяю, Россия отказалась от блицкриговых форм, я думаю, в тот момент, когда десантные операции были неудачными.
Россия провела несколько неудачных десантных операций. То есть десантная операция заканчивалась не тем, что российские вооруженные силы захватывали территорию, а наоборот, надо было спасать десантников, то есть двигаться наиболее быстрыми темпами, подвижным соединением, чтобы соединиться с этой десантной группой, иначе они попадали в окружение, попадали под мощный артиллерийский обстрел, что мы, собственно говоря, здесь, в Киеве, все слышали в Гастоме, когда высадился российский десант, а украинская, опять-таки, мобильная группировка смогла организовать огневой мешок на Гастомель Гастомелем, но вот где-то была достоверная информация, якобы потом пропадала из СМИ о десантах в Васильково, о десантах в Николаев. Как бы непонятно, что там происходило дальше. Хотя десант в Николаев, даже было видео высадки этого десанта в Николаеве якобы. То есть Гастомель — это еще такая история, еще, условно говоря, удалось удержать плацдарм и двигаться дальше. Нет, им удалось, они отступили даже, по всей видимости. Десантники вынуждены были отступить в лес. Но для нашей методики изучения, которую мы положим в итоге в историю этой войны, для нас важно следующее, что в период 42 дней, то есть в период развернутого блицкрига, потери Украины, потери России в авиации, составляют 1,8 миллиарда. А в вертолетах, которых у российской армии просто меньше, составляет 1,6 миллиарда. То есть вопрос заключается в том, правда, что значит меньше? Опять-таки, Россия резко уменьшила использование ряда авиационных средств, то есть, допустим, легких истребителей, после того, как стало понятно, что оказание огневого воздействия на мобильные украинские группировки не являются и неэффективно проходят десантные операции. Огневое воздействие не дает той эффективности, которая бы вкладывалась в эту огромную сумму 8,4% затрат от общего ресурса группировки. И российская армия решила действовать немножко другим образом, то есть укреплять отдельные группировки. И мы понимаем, что сейчас у нас начнется такая война, которая по сути своей будет близка ко Второй мировой войне. У нас будут мобильные перемещения с целью создания а. котлов, б. прорывов, с. форсирований. То есть что в начальный период войны в российском плане этой кампании не предусматривается. Теперь, в связи с сложившейся ситуацией, я еще раз повторяю, мы выбрали идеальный день для анализа войны. И я думаю, что даже когда мы будем писать историю этой войны, мы обязательно отметим вот этот вот переход в 42-й день, переход в жизнь другой до войны. И после блицкрига. Да. В другой мир войны. Мы 40 дней... У нас будет, я думаю, обязательно будет глава, которая будет называться «Первый период войны», которую мы еще название не даем. Но мы выбрали сегодня русско-украинское. Но, во всяком случае, мы понимаем, что, возвращаемся в начало нашей передачи, мы сообщаем всем, что ресурс российской группировки, вы уже примерно поняли, как он считается, как он теряется, как он воздействует, рассчитан при данной интенсивности войны еще на 3 всплеска активности, то есть 3 мощные операции, которые пройдут за 3 месяца, за 3 ближайших месяца, точнее за 108 дней. Эти операции могут быть на окружение, на форсирование, на прорыв фронта. А дальше, как говорится, начинается вот именно то, почему предугадать дальнейшие события. Мы можем, конечно, предугадать, мы понимаем конфигурацию фронта, но это уже другая задача, это уже другая передача. Соответственно, мы понимаем, что еще 3 всплеска активности и даже выход на затратную часть, возможно, даже в 800 миллионов в день будет. Россия может такое позволить, российская группировка может себе позволить такое 3 раза.
но и украинская сторона может спровоцировать такую интенсивность боевых действий, если, например, попробуют там провести те же операции на прорыв, на окружение или на форсирование. Соответственно, в любом случае война не может быть в таких длинных паузах, которая имеет место сейчас в связи с переброской. В России, кстати, проблемы с переброской есть из-за того, что, например, им очень сложно использовать, например, город Брянск для переброски, допустим, 2-й танковой армии, потому что в Брянске просто смехотворное количество, возможно, сформировать составов, 4 состава в сутки. Но для переброски армии 4 состава в сутки – это просто ничего. Поэтому, поэтому у нас затягивается оперативная пауза, но мы знаем, что российская группировка рассчитывает без особых пополнений. Ну, может, она будет увеличена на 6%. Вот вы скажете, 5-я же армия, вот сообщают многие разведки мира, что Россия перебрасывает 5-ю армию. Ну, 5-я армия – это увеличение российской группировки по всем характеристикам, если усреднить характеристику, на 6%. Ну, как мы видим, 6% – это вот как раз и потери России за 40 дней. То есть восполняется полностью потери за счет переброски 5-й армии. Считайте, что 5-я армия – это огромный маршевый батальон, задача которого – восполнить потери за первые 40, за первую фазу. Когда начнется вторая фаза, зависит от темпов переброски российских войск. Или контрударов Украины. Украина, по оценкам практически всех военных экспертов, имеет 3 возможности для контрударов. На Херсон, на Мелитополь-Бердянск и из Днепропетровска навстречу войскам, находящимся под угрозой окружения в Донбассе. Так же, как и войска из Донбасса могут развернуться и двигаться в направлении Донецка и Днепропетровска. Знаешь, я вот по поводу контрудара Украины, особенно хотя бы такого тактического плана, я не знаю, как их проводить, с учетом того, что воздух все же не за Украиной. То есть глубокие контрудары вряд ли возможны. Особенно не, не, упаси Господь. Упаси, нет, 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 упаси Господь. Украина, все выполнения контрударов Украины, выполнение контрударов Украины, и именно это вот отмечают военные специалисты, что Украина проводит контрудары прежде всего, во-первых, она избегает открытых пространств, чего ей не удастся, кстати, избежать в Южной Украине, это раз. Во-вторых, главная задача Украины при выполнении тех или иных маневров – это не захват территории, а прежде всего изматывание группировок противника. Поскольку у России сейчас была сильная диспропорция в группировках, все контрудары Украины были рассчитаны правильно, и они приводили именно к увеличению той интенсивности до 600 миллионов, 400 миллионов в день. Конечно, конечно, подвижность украинской армии ограничена. То есть украинская армия в своей подвижности зависит от все-таки, скажем так, Украина, я почему я сказал, что бой 100 на 100 тысяч будет с перевесом украинским. На сегодняшний день война все-таки украинская, Украина имеет больше поражающих средств на одного военнослужащего. Угу. То есть в целом украинские военнослужащие – это более тяжелый солдат, чем военнослужащие России. То есть, ну, у него больше средств поражения. Блинкин же заявил буквально, кажется, сегодня о том, что скоро на каждый российский танк будет 10 противотанковых комплексов, которые мы поставим. То же самое касается... Да, украинский солдат намного лучше вооружен, выглядит. Он, у него намного больше средств поражения, нежели у аналогичного российского. Да, и мотивация выше, и в основном и квалификация выше. Из-за того, что эти обстрелянные люди с опытом войны на Донбассе преимущественно, как бы все это приводит к тому, что действительно вот эта диспропорция технологическая, которая есть в воздухе, она нивелируется действиями на земле. Вот если бы Россия... Ну, она в основном, Руслан, извини меня, она в основном нивелируется действиями ПВО, конечно, в первую очередь. Я имею в виду, что Россия в план кампании закладывала блицкриговое уничтожение украинской ПВО. То, что ты сказал по противотанковым средствам, то Украина же получает не только противотанковые средства, Украина получает и средства ПВО.
причем тяжелые средства ПВО, то есть ракеты ПВО, не ПЗРК, не переносные зенитно-ракетные комплексы, а именно ракетные установки. И при той интенсивности огневого воздействия на Украину сейчас Россия вынуждена либо опять переходить в активную фазу для того, чтобы уничтожить новые поставки на Украину, либо все-таки сосредотачивать войска и пока находиться в операционной паузе. Еще один важный момент. Хочу вопрос поставить, Виктор, по капиталам, чтобы завершить вот эту тему. Смотри, ты сказал, что мы имеем где-то соотношение 3 доллара на 1 Украины, между Россией и Украиной по сжиганию капитала в этой войне. Но, кроме потерь инфраструктуры. Значит, на самом деле, вот тут есть я еще вопрос поставлю сейчас, Виктор, и послушаю с удовольствием. Но как обстоят дела с восполнением этого капитала? Ведь на Украину работает достаточно серьезная программа ленд-лиза, условно говоря. Капитал в Украину приходит. Потенциально доступ к ресурсам капитала в военном плане у Украины выше, наверное, в значительной мере, чем в России. То есть в стратегическом плане через год, два, три разница военных капиталов между Украиной и Россией будет уменьшаться или увеличиваться? Она сейчас уже уменьшается. То есть вопрос заключается в том, что Россия получает... Украина просто, я еще раз повторяю, если у России есть ограничения по ресурсу восполнения потерь, Украина получает вооружение больше, чем она бы могла произвести при своем ВВП. Вот это важный момент. Второй важный момент, что украинская армия-то укрепляется, но экономика Украины погибает. Для нас, к сожалению, ключевой проблемой является то, что по самым разным оценкам, как бы Украине не помогали, какие бы Украина не наносила потери российской стороне, я сейчас возьму эти расчетки. Дело в том, что там совершенно другая затратная часть, и, скажем так, восстановительная стоимость Украины после этой войны с большой вероятностью, это при том, что все основные фонды Украины составляют 500 миллиардов долларов, к сожалению, восстановительная стоимость Украины составит от 600 миллиардов до 1 триллиона. Вот это, и как это компенсировать? Мы, к сожалению, при каждом ударе ракеты, так же, как и во время войны, во всех войнах, где использовалась авиация, потери военного и гражданского населения 1 к 10, и эта же пропорция распределяется на инфраструктуру. Но нам придется восстанавливать. Мы не уверены, что нам будут что мы будем восстанавливать эту инфраструктуру и что мы будем восстанавливать всю эту инфраструктуру. Мы видим, тут интересный момент, кто ее будет восстанавливать. Да, и кто ее и для чего. Да. И в каком технологическом укладе. Все это тоже. Ты просто вышел на последнюю главу исследования, как Украина после войны может перебраться в шестой технологический уклад. А я еще хочу вопрос поставить по предыдущему. Мы работаем для людей, и мы пытаемся быть понятными. Скажи, вот через 108 дней войны, мы же понимаем усредненных 108 дней войны, что будет происходить дальше? Ну, либо одно из двух, либо Россия увеличит вложения в свою группировку, а в этом случае с большой долей вероятности России придется проводить либо частичную, либо даже всеобщую мобилизацию. Для России, как пока Россия ведет войну на территории Украины, для России война в целом выгодна. То есть она тратит старый и мертвый капитал. То есть капитал, ресурс, который уже потрачен, и капитал, который уже невозможно, который уже не имеет прибавочной стоимости. Украина же в этой войне теряет инфраструктуру, которая создает прибавочную стоимость, теряет территорию, теряет население, которое является объектом возможных инвестиций в экономику страны.
Хорошо, Россия мобилизацию проводит потенциально, еще накапливает силы, возможно, через 108 дней войны. Что еще она может делать через 108 дней войны? Через 108 дней она восстанавливает эту группировку и получает опять 150 дней войны при этой интенсивности. Но мы должны не забывать, что Россия может пойти по совершенно другому пути. Для того, чтобы восстановить украинскую инфраструктуру и украинский капитал, в Украину сейчас должны поступать инвестиции даже без экономического сектора, без экономики. То есть только отстроим дома, роддомы, детские сады, ясельки, там, садики и так далее и тому подобное, это примерно бюджет Украины, ВВП, не бюджет, а ВВП Украины за 3 года, уже сейчас. А если Россия будет продолжать уничтожать капитал, находящийся на территории Украины, то Украина должна быть столь сверхпривлекательным объектом для инвестиций впоследствии, что, ну, то есть, скажем так, полный восстановительный капитал, который потребуется для Украины, это 2 триллиона долларов. Таких инвестиций ожидать в Украину крайне тяжело. Поэтому Украине надо будет минимизировать сейчас потери инфраструктуры. А соответственно, то есть не отдавать территорию, беречь население, беречь основные фонды. Но при этом Россия может пойти по другому принципу. Ну, ты же знаешь эти принципы. Война Ареса, война на уничтожение. Война Афродиты, экономическая война. И война Аполлона, идеологическая. Россия может начать вести, скажем так, даже, можно сказать, войну Аполлона. Что имеется в виду? Оказывается, идеологическое воздействие на Украину, идеологический фронт становится основным. Все это делается для того, чтобы инвестиции в Украину стали невозможны по причине того, что Украина воюющая страна. Она все время находится под угрозой уничтожения капиталовложений в себя. А соответственно, в идеологическом плане Россия говорит, сколько вы не вложите в Украину, мы все равно потратим там условно какую-то сумму меньшую. То есть России для того, чтобы уничтожать украинские основные фонды, надо потратить, допустим, ну, возьмем ту же группировку, да, еще 100 миллиардов. А Украине для того, чтобы осуществить восстановление только инфраструктуры непроизводственной, 600 миллиардов. То есть, соответственно, тут 1:6. И Россия будет просто... Это как... Для чего существует... Ну, мы возвращаемся к концепции... Не доставайся же ты никому. То есть, если мы не можем захватить, мы разрушим. Высосим всю кровь, при этом не дадим никому инвестировать деньги. Но если, допустим, представим себе ситуацию, что Россия возьмется за инвестирование в Украину. Ну вот Россия по каким-то причинам. Где-то вот я не понимаю. Нашла ресурс для инвестирования в Украину, скажем так. А у нее нет ресурса для инвестирования. Да, у нее нет ресурса, Но где-то вот она нашла. Получается такая серая территория, которая, это вот отсутствие ресурса для инвестирования таких сумм, как раз и говорит нам о том, что Украина может быть превращена только в серую территорию, а если Украина, то есть если она перестанет там вести боевые действия или вести боевые действия малой интенсивности. Во всех других случаях Украина должна найти такую переговорную позицию, при которой Украина сохраняет, вот тут ключевой момент. Все эти исследования приводят нам к мысли о том, что Россия и Украина, а в прежнюю очередь страны ЕС и Соединенные Штаты Америки, должны найти такой выход из конфликта, при котором Украина остается или становится сверхпривлекательной страной для огромного объема инвестиций, которые по своей сумме будут примерно в 3 раза превышать затраты на разрушение. Честно говоря, ну, предположение кажется вроде как утопичным. Но на самом деле я скажу следующее. Оно вполне реально, если Украина и Россия не будут продолжать боевые действия больше 1 года.
Ежели Украина и Россия будут продолжать боевые действия больше одного года, восстановить все, что находится на территории Украины, ну, силами не всего мирового сообщества не представляется возможным. Применение ядерного оружия тактического возможно в Украине? Применение ядерного оружия в Украине возможно, потому что российская армия имеет все возможности для применения оружия. Но тут я отвлекусь на секунду, расскажу одну смешную историю. О войне, смешная история о войне Украины и России. В свое время Украина должна была России за газ 825 миллионов долларов. Чтобы погасить этот долг, во времена президента Кучмы, Украина передала России 8 бомбардировщиков Ту-160 «Лебедь», которые как раз несут ядерные ракеты или ядерные бомбы, и которые у России, Украины в тот момент не было средств для уничтожения. Плюс Россия, стоимость одного такого самолета 270 миллионов. 8 самолетов по 270 миллионов – это отнюдь не 825 миллионов долларов. Но Украина не успокоилась. Украина все считала, что мертвый капитал ей не нужен. И она еще передала 3 тяжелых стратегических бомбардировщика Ту-95 «Медведь», которые стоят порядка 130, ну там с учетом износа 100 миллионов. Ну и на этом Украина. Она еще передала за газ, еще раз, мы уже в 4 раза перекрыли стоимость газа. Но Украина не успокоилась. Она передала России, по разным данным, от 507 до 580 ракет Х-55. Эти ракеты летят на 2500 километров, и у них масса атакующей, там, ударной части 400 килограмм. Стоимость такой ракеты, там есть разные данные с учетом сроков хранения, но новая такая ракета в новой модификации 5555, она стоит порядка 2 миллионов долларов. Соответственно, как ты думаешь, Руслан, чем сейчас Россия дубасит по Украине? Вот этими вот Х-55, которые Украина передала России. Из тех 300 последних ракет, которые Россия выпустила по Украине, не менее 140 это вот эти старые Х-55. Это к вопросу о восстановлении, о системе взаимоотношений между государствами, и как Россия и Украина будут восстанавливать эту серую зону. А, к сожалению, серую зону придется восстанавливать. То есть чего добьется Россия? России парадоксально невыгодно захватывать уничтоженную инфраструктуру. Да. То есть, соответственно, Россия после 150 дней операции перейдет в медленную фазу и будет медленно, но уверенно высасывать кровь из украинской экономики, пока Украина, в общем-то, останется без возможности ресурса. Украина это допустить не может. И это, к сожалению, говорит нам о том, что пока предпосылок к окончанию боевых действий, как со стороны России, так и со стороны Украины, нет. Те переговоры, которые ведутся, они, конечно, в перспективе далекой могут привести к каким-то мирным результатам, но тут в силу вступает опять военное искусство, то есть дипломатическое искусство. Эта война, как мы понимаем, может быть остановлена только доброй волей. И если это удастся сделать, то мы можем рассчитывать на то, что тройные затраты России на проведение этой операции будут возмещены благодаря инвестициям в украинскую экономику. Если же это не произойдет, но, к сожалению,
жить в России и в Украине, в России тоже. Россия теряет примерно, по самым скромным подсчетам, 30% своей экономики в результате санкций, в результате затрат на войну, в результате возмещения вот этих потерь. То есть качество жизни в России ухудшится. Ну, Байден говорит, на 50% убивается российская экономика. То есть качество жизни в России ухудшится на 30-50%, а в Украине более чем на 50%. Насколько... То есть жить мы будем долго, но плохо. Да, причем и... как жители Украины, так и жители России. Раньше-то было хорошо, оказывается, правда? Насколько... Ну, в сравнении с тем, что будет, раньше было хорошо. Насколько война в Украине выгодна мировой экономике? Ведь многие годы говорили о том, что в мире большой денежный пузырь. А по твоим словам, Виктор, ты говоришь, что, ну, я с тобой полностью здесь согласен, что эта война просто составами сжигает деньги, по большому счету. И сдувает когда... мировой экономический пузырь в какой-то мере. Насколько выгодна эта война мировой экономике? Или невыгодна? Когда мы с тобой делали какие-то программы, связанные с другими факторами политическими. Я помню, я вот делал передачу с Сережей Алушкиным. Я говорил, что COVID отсрочил Третью мировую войну. Тогда многие меня не понимали, почему. Я отвечал теми же словами, которые ты говоришь. Надо сдуть мировой финансовый пузырь финансового капитала. Идет перетекание капитала из производственной сферы в фондовую сферу. То есть можно сказать, что капитал архивируется. Да? Для этого нужны определенные объекты для вложения средств в производственный капитал. Для этого нужны площадки для перехода в следующий, шестой, который наступит. Кстати, по некоторым версиям, через 12 лет начинается шестой технологический когнитивный уклад, и должны быть площадки, эти технопарки под шестой технологический уклад. Но для этого, к сожалению, мне кажется, что будет защищаться территория. Мне в страшном сне, конечно, не хотелось, чтобы эта территория была территорией, которая... территория Украины или России, или любой другой, да любой страны, любой страны. Но, к сожалению, дальше, чем дальше развивался ковидный кризис, чем дальше сокращалась доля производственного капитала, тем больше и больше становилось понятно, что таки рванет. А дальше, честно говоря, когда я сказал, что мы в институте, Международном институте политической философии начали это исследование, часть из которого рассказал, что мы начали его примерно там на 10-12 день войны. Но мы начинали не с пустого листа, потому что мы искали как раз математическую, экономическую формулу, как уничтожить капитал с минимальными потерями людей. Тогда мы не находили формулу. И вот, когда война началась, вдруг неожиданно подвернулась идея просто вот, еще раз напомню, формулы, 12 основных формул для данного исследования написал Константин Григоришин, которого все знают как крупного украинского бизнесмена, но он кандидат физико-математических наук, и он сказал, так вот тут происходит парадокс. То есть тот объем смерти капитала, уничтожения капитала, который в мирное время рассчитать невозможно, мы легко рассчитаем в военное. И так мы пришли к этому исследованию. Сначала мы, в общем-то, на самом деле рассчитывали объемы уничтожения капитала. То есть изначально это исследование задача его была уничтожение капитала для сдувания этого фондово-финансового пузыря. А потом... Когда мы стали проникать глубже, 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 мы неожиданно поняли, что таким образом мы можем также анализировать и эффективность боевых действий, размеры потерь, потому что это тоже уничтожение капитала. Обращаю внимание, все цифры, которые я сегодня называл, с учетом только нового
вооружения, на которые были осуществлены затраты. Ну, мы сегодня исследовали, в общем-то, российскую армию, которые были осуществлены именно Россией, а не наследием, наследием Украины, наследием, ну да, совместной жизни с Украиной, Советского Союза. Капитал уничтожается, конечно, очень энергично, но главное, что при уничтожении капитала должен сохраняться потенциал его возрождения. Да? То есть, а пока у нас есть угроза затягивания войны. И в этом случае, то есть чем дольше будет война, тем меньше шансов на территории, которые пострадают от этой войны. А война может разрастись, она может вылиться за пределы Украины в силу там определенных обстоятельств, но это отдельная. Может, это не вторая Донбасская, а первая китайско-американская, кто же его знает? Да. Находится только в начале процесса. Когда выпущен джин из бутылки, мы не можем понимать, как его туда загнать обратно. Вот и сегодняшняя наша передача, она о чем мы говорили? Что делает джин? Вот джин здесь пришел, уничтожил. Здесь пришел, убил людей. Здесь пришел, вот я опять увидел себя, что вот свою собаку этот джин убил. И так далее, и тому подобное. Но мы, к сожалению, пока не понимаем, как компенсировать эти потери капитала. Потому что потери капитала осуществляются на одной конкретной территории. Если будет разработано... Так, смотри, потому что санкции что? Санкции же уничтожают инвестиции. Я территории имею в виду. Я имею в виду территории, я в этот момент имею... Экономическая война, которая идет между Западом и Россией, она с точки зрения вытраты денег, она не менее, там, даже более, наверное, кровава, нежели непосредственно боевые действия на территории Украины. Руслан, ты прекрасно понимаешь, что в России этого не понимают. Этого не понимают. Вопрос заключается... Просто не поймут... Через какое-то время, да. Но я же сказал, уровень жизни упадет в России, значительно. А уровень жизни в Украине может стать просто критическим. Но для этого надо прекращать войну. Но война с точки зрения вот как раз закона уничтожения капитала, к сожалению, может быть завершена только доброй волей. И кто найдет это решение, тот будет, в общем-то, гений. И последний вопрос, наверное, поставлю сегодня, потому что мы уже много говорили, хотя у меня масса вопросов, и все хотел бы детализировать. Но я думаю, что наши зрители уже не выдержат такого длинного эфира. А для чего, у меня в голове просто не укладывается одновременно, для чего это было нужно Путину, в конце концов, российскому руководству? Потому что, с одной стороны, и даже в рамках этих боевых действий, вот на втором этапе, в виде сокращения линии фронта, там, перевода войск и всего остального, Россия демонстрирует определенную экономическую логику. Она ищет эффективную форму ведения войны. В той или иной мере. Хотя, конечно, допустила, слава богу, массу ошибок в начале. А с другой стороны, само решение стратегической войны в отношении Украины, мне кажется, что оно как-то не вписывается в общую функциональную экономическую логику, в принципе, которую всегда исповедовала Россия. Или я что-то в этой части не понимаю? Не, Руслан, ты все понимаешь. Теперь, как говорится, я всех попрошу вернуться во многие мои эфиры и напомнить, что с точки зрения даже России главным и ключевым понятием современного военного всего является эффективность операции. При проведении операции рассчитывается форма операции. Вот мы форму понимаем, она была одной, стала другой, войска перепросили. Объект операции. Кто мы берем Киев, кто мы не берем Киев. Масштаб операции. Масштаб как раз цифрой определяется. Сфера операции. Какую часть инфраструктуры мы уничтожаем. Интенсивность операции. Вот мы сегодня и говорили, интенсивность операции 800 миллионов в день и 220 в минимум.
интенсивность операции, продолжительность операции, комплексность операции, цель операции, ущерб операции, юридические показатели операции, и все это равно эффективность операции. Так вот, по всем позициям, кроме масштаб и сфера, Россия работает себе в ущерб. Поэтому эффективность операции для России отрицательная. Потому что она тратит 200 миллиардов долларов. Ну, для России это может быть не смертельная сумма. Но смертельно то, что она в случае победы получает территорию, в которую надо по-минимуму вложить, от 600 до 2 триллионов. Чего российская экономика не потянет. То есть, соответственно, в связи с этим эффективность операции по всем вот этим показателям, которые в том числе разработал Генштаб России, операция абсолютно неэффективна и наносит ущерб самой России. Если кто-то из военных штабных мне докажет другое, покажет цифрами только, формулы, эффективность этой операции для России, я хочу это увидеть. Но мы пробовали. У нас было взято минусы очень большие. Ну, пускай попробуют это сделать так, как сделал Международный институт политической философии и Виктор Савинов, и Константин Григоришин, вся ваша команда. Виктор, огромное спасибо за сегодняшний эфир. Я надеюсь, что таких диалогов прагматичных, рациональных, математических у нас будет больше, и мы будем побеждать хотя бы на этих научных полях, хотя бы в плане логики. Я думаю, что если мы тут будем побеждать, то и в целом наша страна в конечном итоге победит. Потому что побеждает не самый сильный, как показывает история, не самый страшный, не самый большой, а всегда самый умный. Спасибо, Виктор. Тут я полностью поддерживаю. Спасибо. Спасибо, что смотрели наш эфир сегодня, друзья. До новых встреч. И я попрошу Виктора, если когда будет исследование опубликовано, дать нам ссылочку обязательно, которую мы привяжем к этому видео, чтобы вы могли его более детально почитать. Хорошо. До свидания. Договорились.